Мы на месте. Мы приветствуем Оскарс и интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Оскарса, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел, находит все. У него синий джин 3400. 3400, хорошо. Суккуб. Суккуб. Синий дракон. Синий дракон. Рептилоид и 2 грея. Плюс 2 грея. Подожди, если репты и грей стоят, значит, есть и конструкция. Сканер, дай мне полноту души Оскарса на настоящий момент. 99. Сканер, просканируй сейчас Оскарса на частоте рептилоида и 2 греев. Найди эту конструкцию, отключи ее вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Выведи из биополя, и как это выйдет все, отправляй силы моего намерения в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Конструкция в моменте создания идет в руку в одну, вторую не закончена до конца. Ничего, вовремя обратился к нам. И через шею голова. Все вытаскиваем. Она, как сказать, сырая, тонкая, неустойчивая. Это очень даже хорошо. Готово. Для Оскарса отправляю в клетку-тюрьму. И даю команду тонкой копии Оскарса спроецировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Канал выстраивается также и конструкции рептилоида и греев. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Оскарсу. Усилию потоки в 50 раз. Хорошо, Вера, посмотри, какой у нас синий дракон. 12:37. Сколько находишься в биополе, дракон? 1.5 года. В квартире ты есть? Да, плата есть. Рептилоид, какие цифры над головой? 99. Ты военный или ты лаборант? Ученый. Ученый. Хорошо, сколько ты ученый находишься вместе с Грэмми, этой конструкцией в этом биополе? Я нахожусь 6 месяцев в конструкции, 4 месяца Грей, немного больше. Значит, Грей пришли до тебя. Суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? Грей, задача Греев найти подходящую кандидатуру. Понятно, это при подключка вашей цивилизации или это Греев конструкция? Конструкция Греев. Хорошо. Итак, Суккуб, сколько это ты... Это наш симбиоз. Да, вижу ваш симбиоз, часто встречаю вас вместе. Именно вот в такой констелляции. Один рептилоид и 2 грея. Иногда с военным, иногда с лаборантом. Итак, Суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? 1 год и 3 месяца, почти. И синий джин, сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. 4 года. У рептилоида и греев есть платы в квартире, в доме? Нет. Кто еще присутствует в доме из присутствующих? Джин присутствует. Джин тоже есть, понятно. Хорошо, ревер закончился? Закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Оскар забирает всю чистую светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Усилие потоки в 50 раз. Ему возвращается обычное состояние, потому что конструкция причиняла ему дискомфорт. Он не мог понять, почему. Там нет души ДНК. Конечно, нет. Но со временем бы определенная часть души они отщипнули бы. Это и есть цель подключки такой конструкции. Ревер закончился. Хорошо, начинаем вытаскивать то, что осталось. Начинаем с рептилоида и греев. Греи, что-то осталось еще в биополе, что мы не вытащили? Нет. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Снял. Суккуб, выходи, отключайся, снимай все, что ты оставил в биополе, возвращайся назад. Доклады готовности к проверке. Все вытащил. И синий джин. Тебе выходить не надо, собирай всю свою пыль, отключайся полностью и докладывай готовности. У джина есть контракт. Да ты что? У джина есть контракт, а что джин не хотел нам об этом сообщить, что у него контракт есть? Когда ты джина его... никто не спрашивал, джину не интересен. Итак, когда ты заключил контракт с ним? Страх у него есть, на страхе заключил. В этой жизни или в прошлой? В этой. И что ты ему пообещал? Я же говорю, не надо бояться. Джин рядом, джин исполнит желание. О чем боялся? Материальная нестабильность. А, ну да, это в принципе твоя чистота. То есть в этом случае ты зашел не на желание, а чисто на страх. Угу. Хорошо. Сыграл на нем. Ну, ты же понимаешь, сегодня все контракты будут аннулированы. Итак, он вытащил все, что он снял? Да.
Значит, она, наверное, сейчас надо убирать, потому что рассинхронизация не пройдет. Итак, обращаясь к Оскарсу. Оскарс, вам известно о заключении вашего вами контракта с джинном? Нет, конечно, какие джинны? Ну, это он во сне, скорее всего, пришел, предстал. Кем ты предстал перед ним, джин? Старцем? Джином предстал, джином. Да. Как есть, не обманывал ни секунды. Да ты что, и как он тебя во сне воспринял, как джина? Желание исполнял, сладкий сон был. Хорошо. Итак, Оскарс, этот контракт нужно аннулировать. Вы готовы, да? Готов, конечно. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Оскарс взял ответственность за свою жизнь в свои руки и выразил это намерение. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Но он как лист бумаги вышел, переливается цветами джина. Понятно. Видите этот контракт, Оскарс? Повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю. Право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Ему 1% души вернулся. О, значит, вон где он был. Хорошо, 1% души. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты и договора уходят на переработку вместе с их фантомами. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Оскарса с синим джином, суккубом, синим драконом, рептилоидом, двумя греями и их конструкцией. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Он говорит, сколько сущностей, даже представить себе этого не могу. Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Оскарсу, помогая моей энергии отстегнуть ему все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар, отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Суккуб, ты готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Синий джин и синий дракон. Вы присутствуете в доме. Поэтому я сейчас открою два портала. В один пойдет джин, во второй пойдет синий дракон. Вы соберете все в доме, что вы оставили, на своей чистоте. Я прихожу, проверяю и отпускаю вас первый раз на вашу чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается два портала в дом Оскарса. Синий джин идет в один портал, синий дракон идет во второй портал. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушай. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь рептилоид, лаборант 99, два грея и конструкция. Конструкция относительно новая, они еще не закрепилась. 4 месяца конструкция находится, 6 месяцев находится рептилоид. Я ученый. Ученый, прошу прощения, он ученый. Он не лаборант, он ученый. Есть место для ученого? Найдем. Видишь? Конструкцию тоже заберем. Благодарю тебя. Готово. Кот ученый ушел. Идем дальше. Выходит эмоциональный фантом. Готово. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. Оскарс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Еще продолжает все синхронизироваться, но чувствую я себя спокойно. Так и должно быть. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашего дома и животных. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Оскарса в его систему биоробот-душа, заводим, подключаем каждому органу клеточки и извилинки головного мозга, проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Дом. Оскарса, ты видела? На счет 3 ты стоишь перед входной дверью его дома. 1, 2, 3. Ты перед домом. Я здесь. По всему периметру пошел процесс. Клетка устанавливается в зале. Хорошо. Готово. Итак, кто у нас? Дай мне команду зайти в дом. Входи в дом. Значит, здесь арахноид. Арахноид. Синий дракон. Джин. Бес. Черт. Рут. Есть. Две воронки. И две воронки. Больше ничего? Нет. Под воронками открываю портал в галактическое ядро. Воронки уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Арахноид, ты все собрал? Нет, подожди, ты ничего не собрал? Нет, он ничего не собрал. Он, понятно. Хорошо, арахноид, это потомство. Выходи, собирай все, что ты оставил в этом доме. Если есть потомство, забирай тоже. Никакой паутины, чтобы не осталось. Возвращайся и докладывай о готовности к проверке. Приступай. У него на чердаке потомство. Ну вот.
Снимает он и по дому собирает паутину. Они быстро бегают. Готово. Хорошо, Рахноид, в этот дом ты больше не приходишь вместе с потомством. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Арахноида. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Синий дракон, ты все убрал? Не только здесь, но и на улице постройки. Все потому убрал. Мы там тоже будем проверять. По-любому бы притянули тебя. Правильно сделал. Я хочу получить слово синего дракона, что больше никогда не войдешь ни в это биополе, ни в этот дом. Даю слово синего дракона. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Синий джин, ты все собрал? Все и везде. Хорошо, джин готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте синего джина. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Джин пополнил запасы, джин уходит. Хорошо. Готов. И спрут у нас. Спрут, ты все собрал? Да, он показывает в ванной комнате. А в этом? В других местах. В горшке? В горшке тоже все снял. Хорошо, больше никогда не приходи. Это для тебя будет очень опасно. Все понятно? Показывает у него холодные слизистые энергии. Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Бес, ты свое все собрал? Собрал. Хорошо. Какой у нас черт, Вера? Посмотри. 5. Кто мне покажет порталы? Черт пусть поработает, соберет все за одним. Давай, черт, собирай, выходи, собирай все свои комочки, одеялки, сеточки, все, что ты раскидал по всему дому. Если ты что-то оставил на животных, сразу снимай, пока я не вытащил сам. Как все соберешь, возвращайся назад. Готов. Хорошо, пошли по дому, показывай мне все порталы, я их буду закрывать. Он показывает на телевизор, он очень нехорошо вибрирует. Серьезно? Это он не портал, но у него вибрации негативные идут. Можем только попробовать убрать, открывая под телевизором портал в галактическое ядро. И все эти энергии, портал и фантомы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Напряжение с него ушло. Напряжение. Хорошо. Готово. Идем дальше. Там портал. Где? Которым пользуется черт. Это, в принципе, он уходит под лестницу, но портал со стороны комнаты возле холодильника стена уходит внутрь. По всему периметру этой стены внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Дальше. То же самое круглое зеркало. У него вибрации в коридоре, которые... Под зеркалом внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Мы идем наверх. Пошли. Потолок в коридоре. Внизу в коридоре открывается воронка в галактическое ядро, портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Идем дальше. Дальше стена в ванной. Я так понимаю, там две ванны соединены, между ними стена, портал. По всему периметру этой стены внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Спальня. Да. Со шкафом. Зеркальная большая дверь, портал. Под этой дверью внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Идем дальше. Все. Хорошо. Возвращаемся к клетке тюрьме. Даю команду на счет 3. И скажем. Мысли и чувства. Такие корявые какие-то, вытянутые формы две большие. Хорошо. Хорошо, под космическим открываю воронку в галактическое ядро, уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Вторую шар делю на две равные части, забираю с черти без. Да. Отправляю каждому по его половине. Готово. Хорошо, в доме будет все запечатано, найдите себе новое место обитания. Все понятно? Понятно. Открывается внизу два портала, один на чистоте беса, один на чистоте черта. Бес забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй оба портала и ставь две огненные пентаграммы. Готово. Хорошо.
перед тобой появляется сейчас тонкая копия собаки Арро. Арро стоит перед нами. Да, есть. Привет, Арро. Мы пришли тебе помочь. Ты тут, говорят, заболел, да? Машет хвостом. Хорошо, сейчас все уберем. Включаем внутренний белый свет Арро. Этим светом выдавливаем из него все негативное, патогенное, низкоаберрационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергии выходят, энергии болезни тоже выходят до 100%. И все это формируется перед ним шар. Из него вихрь такой вышел, черный, как воронка. Может быть, вступил или проглотил, или что-то такое было, да. Вышло. Открывая воронку в галактической дроп под этим шаром, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Макушку головы Арро начинает поступать необходимое ему количество собачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет его, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Даем ему еще поток собачьей родной энергии. И поднимаем частоту вибрации Арро до комфортного ему уровня. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Арро, как ты себя чувствуешь сейчас? Он крутится вокруг себя, круг сделал, показывает, от него исходят цвета, как от радуги. Так и есть. Дать тебе защиту, поставить тебе Меркабу? Да. И устанавливаем в биополе Арро Меркабу для собак. 1, 2, 3. Активируется. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в его биополе. Защита действует, защита активирована. Он не видит смысла отказаться от еще одной защиты. Готово. Отлично. Хорошо, Арро, мы квартиру почистили, сущностей больше нет, порталы все закрыли. Сейчас еще почистим земельный участок, и все будет здесь чистенько. Никто тебе не будет мешать жить хорошо. Будем тебя возвращать назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Арро в его систему биоробот-душа. Он синхронизируется и гармонизируется со своими тонкими телами на всех уровнях. Он показывает, что вот эта черная энергия, как воронка, которая с него вышла, он получил на участке. На участке. Понятно. Мы сейчас и участок почистим. Ну, бегал, конечно, и вступил. Бывают такие вещи. Готово. Даже у людей. Хорошо, отключаемся от Арро. На счет 3 появляется перед тобой тонкая копия кота Томаса. Томас стоит перед нами. Да, есть Томас. Хорошо. Томас, привет. Мы пришли тебя почистить. Включая внутренний белый свет Томасу. Этим светом выдалит из себя все негативное, патогенное, низкоаберрационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ним шар. Все чужеродное выходит, все летит в шар. У него такой серый, как колючий шар получился. Открывая под ним воронку в галактическое ядро. И этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Макушку головы Томаса начинает поступать необходимое количество ему кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета поступают. Даем ему еще отдельно канал кошачьей души. Пошел поток. И поднимаем частоту вибрации котика до комфортного ему уровня. Он показывает, у него задние лапки слабые. Ему нужна еда, наполненная кальцием. Еда, наполненная кальцием. Хорошо, мы обязательно передадим. А еще какие у тебя пожелания есть? Давай сначала Показывает, как у него такой еды укрепляются косточки и лоснится шерсть. Вот такая еда ему нужна или что? Да. Хорошо, мы передадим обязательно. Котику надо достать такой корм. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Томас, у тебя есть какие-то пожелания? Ты хочешь что-то передать хозяевам? Что-то тебе не нравится или нравится? Чтобы он оставался здоровым, нужна еда, наполненная кальцием. Передаем хозяину. Обратитесь к ветеринару. У ветеринара есть такие специальные корма. Витамины. Витамины для кошек. Ему это очень нужно. Хорошо, Томас, а еще какие-то желания есть у тебя? Нет, он видит, что будет все чисто. Молодец. Будем возвращать тебя назад в твою систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Подожди, давай мы еще дадим поток энергии кальция. 1, 2, 3. Пошел поток энергии кальция. Больные места наполняет их автоматически до 100%. Готово. И возвращаем тонкую копию Томаса в его систему биоробот-душа. Он синхронизируется и гармонизируется на всех уровнях со своим тонким, со своим биороботом. Готово. Хорошо, даю команду на... автоматическом режиме.
Готово. Мы здесь закончили. Переносимся на земельный участок. Ты на земельном участке. Да, здесь. По всему периметру во дворе. Да, есть клетка. Кто у нас? Здесь арахноид, демон и воронка. Арахноид, демон. Какой демон? 11. И воронка. Хорошо, под воронкой открываю портал в галактическое ядро. Воронка уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, арахноид и демон. Вы сейчас выходите, каждый собирает все, что наставил на этом земельном участке. Я проверяю. После этого отпускаю арахноида. Демон мне еще покажет все порталы на земельном участке. Я их закрою. И после этого я могу собрать демону негатив со всего земельного участка в дорогу. Все понятно? Понятно. Хорошо, выходите, арахноид, демон, собирайте каждый свое и возвращайтесь. А у демона в бане постелены полотенца или какие-то энергетические ловушки. Мы сейчас вытащили все и со второго, там где маленький вот этот офис или бюро было, да? Но они собирают там. Все правильно. Готово. Арахноид, больше не приходишь. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Демон, скажи, ты не знаешь, что там собака проглотила на земельном участке? Мы из нее там воронку вытащили целую. Или это ловушка была? В земле там что-то есть. Давай тогда, пошли по земельному участку, покажи мне все, что там. На порталы и вот это в земле. Я это все закрою. Пошли. Мне нельзя закрыть этой энергией. Их надо вытащить. Значит, вытащу. А что это за энергии такие? Смерти трупа. Он показывает портал в конце участка. Смерти трупа? Там кто-то закопан, ты хочешь сказать? Животное. Ах, животное. Хорошо. Где мы сейчас, Вера? Возле портала стоим. Показывает вот это, портал. Вот это та, о котором мы говорим, да, сейчас? Нет, это не портал. Он говорит о животном закопанном. Мы сейчас стоим перед порталом, да? Да. Открываю под этим порталом воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. И пошли к этому месту, где там энергия смерти. В земле они показывают он тут. Там забивали животных или что там было? Или бойня была, или что? Нет, просто труп животного. И эта энергия находится там. Хорошо, даю команду на счет три. Вся эта мертвая энергия выходит и зависает над этим местом в виде шара. До 100% вся энергия выходит. На виде воронки вышла из-под земли. Открываю воронку рядом в галактическое ядро и скидываю туда эту воронку на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Идем дальше. Не видел еще такого. Здесь в постройке есть туалет с правой стороны, стена, портал. Под этой стеной внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово, все. Хорошо, возвращаемся к клетке. Даю команду на счет три. Мысли и чувств. Пошел процесс. Небольшие шары. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, демон, твой шар забираешь? Да. Отправляй демона. Готов. Найди себе новое место обитания, потому что мы все будем здесь запечатывать. Тебе понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Стоп, огненную пентаграмму. Готово. Под клеткой тюрьмой открывается воронка в галактическое ядро. Клетка уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Режиме. Готово. Хорошо, мы закончили. Отключаемся от дома и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем.